Сукин ты сын! Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу! Ха-ха! Бойкая бабёнка! Эй! Не доставай их! Мы тут на службе! Чёртов идиот! Клетка — это уже перебор. Перестраховываются с тех пор, как сбежал старикан. Эти новые — сплошной геморрой. Отправить бы их к Они. Ну, и что теперь будет? Императрица. Она, наконец, уведет нас отсюда. Значит, правда? Она существует? Да. И нас ничто не остановит. Даже не верится. Я столько ждал. Теперь все изменится, брат. Вот увидишь. Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Прыжок! Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе Солнца. Императрица Солнца, владычица Яматай. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Недооценка года. Сэмми как-то связана с этим. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть свой Чарльз Мэнсон. Его зовут Матиас. О, бедная Сэмми. Надеюсь, мы ее найдем. Действуем по порядку. Сначала надо освободиться из клетки. Лара, шевели задницу! Вытащи нас!
Броня, дневной свет! Вдруг это выход! Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Готово! Надо
Лара, ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. 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 Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Беги, Лара, беги! Сядь! Беги! Тронный зал! Yeah.
вперед! Все! Найдите избранную! А это моя!
Идем с нами. Мы тебя не обидим. Сэмми! Беги! Вперед! Посвети мне! Вот она! Стреляйте! Она вон там! Подстрели ее! Посвети мне! Вот она! Стреляйте! Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь.
Беги! Thank you.
Давай! Давай, Лара! Там... Ничего не смогу. Прости меня, Лара. Прости. Ты все сможешь. Ты ведь Крофт. Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу.
Лана! Рейс! Черт возьми! Я должна была пойти с ними. Слезами горя не поможешь, так сказал бы Рот. Не верится, что его больше нет. И никогда уже больше не будет ни его, ни рассказов о моих родителях, ни похода в горы. Боже, лучше бы они меня убили. Но нет, вот она я, жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика и этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход.